Всем привет, вы на канале Бункер Фолоча. Нет. И у нас нет, в смысле что только нет? Не снова, нет. В смысле ты, блядь, не хочешь смотреть, что ли? Я не чувствую пальцев. А, он пальцев не чувствует, ну это что ладно. Происходит с моим это ладно, телом? В общем, сбил меня. Вы на канале Бункер Фолоча, и сегодня мы продолжаем проходить игру под названием Мэдисон. А скорее всего даже мы ее будем сегодня заканчивать, потому что, судя по процентам, который у меня здесь вот в игре есть, а здесь я вам не покажу. В общем, при загрузке там показывается процент прохождения игры. Ну что ж, давайте. Мы остановились на том, что да, вот я он знаю, нарисовал. Что это могло бы значить? Там был красный свет, но везде было темно. Так, сейчас я немножко звук тут поправил. Вот, чуть-чуть, вот буквально. Чуть-чуть. Короче, он не знает, что это значит. Красный свет и всякое такое. Так, а как мне тебя? А, все, взял. Я подозреваю, что красный свет, это имеется в виду, что нужно выключить опять... точнее, не опять, в смысле, выключить просто генератор. И идти по вот этим фонарям красным. Не моется. Не моется, она опять куда-то укатилась, эта статуя. Не видать пока ее. Ну ладно, пойдемте выключим генератор и пройдемся по... Что было это? И пройдемся по дому без... Что я, черт возьми, делаю? Свет выключил, вот что ты делаешь. Главный герой, он какой-то такой прям странный. Что я делаю, куда я иду, зачем я иду, почему я иду. Такие вопросы странные задает это вообще. Звонок? В смысле? Надо подойти к входной двери. Так, а напомни мне, а где входная дверь? Блять, что-то темновато. Ага, я думал, мало ли. Так, дверной звонок откуда-то оттуда слышу. Вот, откуда-то по прямой. Ой, блять, я вообще ничего не вижу. Собака, а? Так, все, ушла эта гадина. Ладно, пошли. Охренеть. Вот это сейчас неожиданно было. Вообще неожиданно она вылезла. Так, ладно, пошли открывать. Дверной замок, так. Здесь никого вроде. А, дверь же здесь вот эта входная, основная. Но она завалена была всякой херотой, если я не ошибаюсь. О! А кто разобрал завал? Выход! Погнали. Подожди, так где это мы? Она играет с моим разумом. Точно. Отсюда, блядь, не сбежать. Ага. Опять про ритуал. Ну, ладно, погнали. Так, а это на какой я поехал-то? А. Нажать больше. А вот и она была. Так, я в углу. Давайте-ка я в угол встану. А, опять поехали. Странный лифт, конечно, честное слово. Приехали. Последней жертвой стала 35-летняя женщина. Мэдисон пырнула ее. А. Так, подожди, это что, душевая, что ли? Хотя нет. Хенри Черрисон. Фотки, опачки. Кассета. Не слушать, опять что ли? Подожди, нет, это в смысле применить сюда что-то надо. Плиточку, что ли? Походу, плиточку туда надо. А здесь чего? Опачки.
таракан ползает. Георг Браун. Так, ну хорошо. Ладно, зачем это нам? Пока непонятно. Пока непонятно, зачем нам это нужно вообще, в принципе. И что здесь делать? Да понятно, 35-летний. Так, подожди, а может быть молотком? Монтировкой нет. О, молоток наконец-то пригодился. Ну, наконец-то. Так, тут чё? Лин Джейми. Так, подожди, а сколько там? 52-й год. Так, хорошо, давай тогда вон там еще дырочку проделаем. Так, еще раз. Да, блядь, его заело, что ли, 35-летняя женщина? Так, что это было? Эшли Смит, 2001. Что было-то? Почему шатнуло-то меня? Может... Точно! Звучит, как будто что-то двигается. О! 4. Так, понял. 4, 1, 3, 2. Может быть, по радио нам правильно говорят? Последние жертвы, то есть жертвы нужно? То есть это 2001 год. Это получается, что у нас? 4. Здесь что у нас? 75-й. 3. Ну, по годам вроде сходится. Вторая получается у нас. 52-й. Ну да, судя по всему, правильно. И первое это вот... Сюда поехали. Так, ладно. О, поехали. На самый верх, походу, на 5-й этаж. Так, давай-ка я в уголок обратно встану. А то что-то как-то это... Я? Я. Ты. О, зеркальце. Опачки. А стульчика-то нету? Ну-ка. Чисто из любопытства. Что там будет сейчас? Ну-ка. Стул есть в зеркале. Хорошо. Так, тут чего? А здесь цифр нет. А здесь, да, цифр нет. Ну, давай смотреть, что здесь. А здесь и ничего нет, в принципе. Тут, честно говоря, скримачка не хватает. Ладно. Это из-за вот этого динамика ты идет. Типа я следующая жертва. И здесь тоже ничего нет. Это хорошо. Дырка какая-то. Так, а может надо вот так вот сфотать, как на этом, как в зеркале в отражении. Ну-ка. Не, нифига. Так, может тогда отсюда? Не, тоже нифига. Зеркало можно как-то убрать? Много фоток, опять же. Так, ладно. Здесь вот какие-то отверстия мелкие есть. Ага, здесь. Ага, вот здесь два. Да бляха-муха, подожди. А чё тогда? Так, здесь просто так залезть можно. Может, скример какой-то будет, нет? Сейчас посмотрим. Блять, не хочу словить скример, честное слово. Но чё-то как-то странно. Так, чё здесь? No smoking. 5-й уровень. Типа не курить, 5-й уровень. Ангел какой-то. А, на 2-й поехали. Так все-таки я по этажам здесь могу прокатиться, получается. Ладно, сейчас поехали на 2-й. Здесь мы уже были.
Фотка. Блять, опять скримернула. Это получается на третьем она. Здесь чего? Короче, нам по этажам надо что-то сделать. Блять, вот это херово. Так. А, вот, кстати, подсказки для следующего уровня. Так, тут чего? 87-й. Опачки. Ну, спасибо, свет включили хотя бы. Это что за звуки? Метро, что ли? 902-й, 37-й. Не сильно много человек прожил, 35 лет всего лишь. Так, здесь чего? Так, ну это не сильно. Это не сильно было. Это не сильно. Так, ладно. Скримерочек получили. Так, здесь чего? Первый. Второй. А, не, подожди. Первый, второй. Третий. Четвертый. Ну-ка. Здесь что? Вторая. Так, подожди, первая у нас здесь. Давай проверим сначала. Так, это 37-й. Дальше получается, что у нас? Здесь ушло. Здесь непонятно. Походу, что-то сделал на предыдущих этажах неправильно. Поехали тогда на первый. Еще раз с первого проверим все. Так, вот эта загадочка интересная. Эта загадочка. Блять, опять. Она сейчас на четвертом была. Вот, первый этаж. А... Здесь что было? 75-летний отец. Вот, так, первое у нас где? Вот, первое у нас здесь. Здесь кто? Блять, а почему здесь-то? Так, подожди. А, это тоже не то. Вот. Не, подожди. Тоже неправильно. Твою мать. Так все-таки вот это, что ли, 75-летний? Роберт Хейл. Ну все правильно, вот мы. Роберт Хейл был. Вот. Все, больше ничего не крутится. Здесь все правильно. Поехали на второй. Видимо, придется вырезать лишнее. Лишние блуждания придется вырезать. Так, здесь что было? Ну-ка. 71 год. Так, где у нас двойка здесь сейчас? Двойка здесь. 71-летняя. Здесь вообще пусто. Здесь. Здесь не подходит. Здесь просто 87. Подожди, еще раз. Просто здесь у нас... А, второй с жертвой, то есть и... Да, вот сюда надо, правильно. Вот здесь вторая должна быть. Да, вот вторая. Вот теперь правильно. То есть я первый раз неправильно выбрал. А, так, третий. Погнали. Хорошо, что она скримерит по этажам, хотя бы не появляется рядом со мной. Это, блядь, было бы вообще. Так.
тут чего? 27-летний мужчина. Вот здесь, по-моему, я правильно сделал. Так, это третий был. Третий, вот он. Вот. Все верно, здесь все правильно. 27-летний, вот он. О, 27-летний мужчина. Третья жертва, все верно. Здесь, соответственно, у нас пусто. А здесь? Здесь слишком старенький. Почти 90 лет, 89. Так, значит, поехали дальше. Это третий был этаж. Четвертый. Что у нас на четвертом? Давайте смотреть. Тут, по-моему, женщина была. Тринадцать частей, это я понял. 35. Угу. Хорошо, давай женщину искать. Так. Здесь 2001. Просто. Здесь 75. Здесь кто у нас? Георг Браун. То есть это точно не она. Здесь Нелли Джемиль. Подожди, 35-летняя, получается, это что? А, 87-й, да, вот. Вот это вот, правильно. Так, а у меня здесь выбрано? Не, здесь у меня неправильно выбрано. Во! Он начал ты-ты говорить. Все, теперь пятый этаж. Да, блядь, нажмись. Все, сделали все правильно, теперь пятый этаж. И у нас, собственно... Мы. Так, о, застрял. Сейчас что-то опять будет. А, нет, доехал все-таки. Я-то думал, сейчас опять скримачок будет. Ну, судя по всему, сейчас вот как раз самое время для скримера. Неохота, если честно. А, треснуло зеркало. Его не было, трещин. Так, давай-ка сфотаем тогда. Блять. А вот и получилось, походу. Так, что у нас получилось? Красная. Пятерка? Пятерка, да, действительно. И ключ. Ключ от той двери, которая с часами, я понял. Так, нам, походу, вниз надо, на Г-этаж. Да, потому что по первым, с первого по пятый мы уже прокатились, сейчас Г-этаж должен быть у нас. Это типа подвал, что ли, или парковка. Типа... Блять! Бляха, муха, она умеет скримерить. Так, и чё опять? Опять застряли. Так, я в угол встану сразу, чтобы сзади ничего не подошло. Блять, тараканы в лифте... Фига они гоняют. Развлекаются, тусуют. Все, это мы, видимо, обратно приехали в дом. Ладно, две цифры у нас есть. Уже хорошо. Нам надо еще две, получается. Да, по-моему, две. Там четырехзначный пароль. И дальше уже дверь открывать пойдем. Из которой кто-то стучал. Блять, пойдем свет включим. Сейчас-то нам вроде... Опять нихера не видно. Так, только давай не скример, а. Собака такая. Ага, покраснела. Фоточка, так. Короче, лучше здесь не фотать. А, вот до двери дошел. Бляха-муха, да. Игруха очень дает просраться с кремотой и вообще, в принципе, атмосферой. Так, давай здесь уж пробежимся. Кстати, а что там где? Блять, вообще нихера не видно. Ладно, пошли этот, как его звать-то, радиатор, аккумулятор включать. Генератор. О, все, свет появился. Да будет свет. Сказал монтёр. Так, у нас теперь есть ключ от вот этой двери.
правильно же? Правильно, от этой двери. Сейчас мы туда зайдем. Сейчас мы там обсирикаемся, походу. Так, открывай. Ну, открывай. Ну, ёлы-палы. Ну, давай. Это что, в подвал еще один спуск? У них три подвала, три спуска в подвал. Красиво. Погнали. А что-то какой-то при... Чё? А, опять, что ли? Такс. А это был мега-монтаж, которого ты не заметил. Ну что ж, погнали дальше спускаться. А нашему этому опять это, плохо, блядь, стало. Что вообще значит? Часы, тик-так, дом тик-так. Полон часов. Ну, давай сначала спу... Йоу. Ну, похоже на вот эти вот преддверные. Или вот, вот такие. Чё? Не ты? Ну-ка, давайте сфотаем. Нет, не они. А вот на вот этих что-то можно делать. Вот что с ними можно делать? А хрен его знает, что с ними можно делать. Так, ну вот двери, допустим. Ну-ка. Не, не оно. Если ничего не происходит, когда мы фотоем, значит, это не оно. Тоже не оно. Опачки, закрыто. Здесь нам какие-то кусачки нужны, чтобы это все подкрывать. Когда-то дедушка работал здесь. А, это дедулина мастерская, что ли? Так, и что же нам делать? Я вот, честно говоря, не представляю. Так. Там у нас просто закрытая дверь и закрытый... закрытый это, шкафчик. Нам нужен где-то взять болторез. Здесь у нас закрытый унитаз. Так. Здесь у нас закрытый шкаф, который тоже я не знаю, как открывать пока что. Так, чего тогда делать нам? Здесь, кстати говоря, закрытый тоже шкафчик какой-то. Вот здесь вот. Который тоже нужен, видимо, я не знаю, болторезами, кусачками, там, пилкой, кстати, может быть. Пилой по металлу, может. Так. Здесь, по-моему... Подлакивает что-то. Здесь, по-моему, не... А, это этот стучит до сих пор. Слышу, слышу. Вот с этими часами точно что-то связано, потому что сюда что-то вставляется. Вот что вставляется, хер бы знал. Я думал сначала, что это вот эти жетоны. Стоите? Четверо. Блять. Скрипы такие, конечно, скримерные. Так, ладно. А, вот здесь я вот не помню. Здесь что-то было, не... А, здесь же пила была, я помню. Здесь был... Болторез! Охренеть! А чё я тебя не заметил сразу? Фига себе, я глазастый. Я в предыдущей серии должен был болторез найти. Так, подожди, где у нас? Там свет еще моргает. Твою мать! Скотина! Блять, я даже что-то нажал, блядь. Вот это засранец напугал меня, а. Вот это он молодец. Скримарек, другарек, бляха-муха. Так, пойдемте сначала шкафчик откроем. Вышел, решил пройтись на меня так. Так, ладно, давай, вот. Сейчас испытание болтореза. И раз. Ну давай. Надеюсь, он не слом... А, тут просто карта, что ли? Тьфу ты, блядь. Я-то думал, что интересное будет. Тут просто карта. 5 из 20, хорошо. Хрен бы с ними, с теми картами. Точнее, это не карты, это фотки, я так понимаю. Так. А, давайте унитаз теперь освободим, скажем так. Кстати, а что эта статуя перестала кататься здесь, что ли? Так, ну, болторезом так. О, раз. Так, только не говори, что мне здесь, что здесь тоже карта. Как-то карта это, знаешь, не особо интересно. Так, унитаз вскрыли. И раз... Это что такое?
Так, дверь кто-то закрыл. Но это не страшно. Двери закрыли, это не страшно. Так, подожди. А что это такое? Так. Сколько раз тебе повторять, что в доме никого нет? Меня достал весь твой бред. Альберт, это книга. Ёбаная книга, Элизабет. Видишь? Здесь никого нет. Его не существует. Он нереален, твою мать! Я знаю, что то, что происходит со мной, как-то с этим связано. Я просто знаю. Это болезнь, Элизабет. Ты больна, господи боже. Я не больна. Ты так сойдешь с ума, если... Блять, он говорит меня в левом ухе, а она говорит в правом ухе. Мне хочется, чтобы ты перестала вести себя как ребенок, перестала прятать наши вещи и принимала свои чертовы таблетки, боже! Что это, нормально? Ты думаешь, что зрачки исчезают, как пыль? Я клянусь, это ебаная сущность делает это со мной! Хватит, Элизабет! Прекрати вести себя, как пистолетка, и иди в кровать! Альберт, все началось в тот день, когда мы приволокли эту ебаную книгу это в дом! Болезнь, Элизабет! Да выкиньте эту больна, книгу! Я уйду отсюда! Мне хватит! И я забираю Джонни с собой. Но мы не останемся здесь. Погоди, это... Я паранойя, как ты не утратил, не так. Просто держись в кровати, пока мы не разбудили Джонни. Ну, мы же можем обсудить это. Ты пожалеешь об этом. Ты останешься один. Альберт куда-то ушел, со блин. Его... ебаными часами. Почти не слышно. Два раза сказал. Здрасте. Да-да, войдите. Здрасте. Кто там? Кто в туалет хотел? Кто тут двери закрывает, блин? Так, блять. Свет, восстановись. Так, вроде нормально. Вот так вот. Унитаз, так называемый, вскрыли и... Ух ты ж, ё... По-моему, там давно не мыли. Так, ладно. У нас есть болторез. Блять, собака такая! Ляха-муха. Шо ж она так скримерит-то сильно, а? Так, ладно, погнали вниз. Здесь у нас ящичек один закрытый есть. Давайте его вскроем. Блять, меня уже шатает от этих скримаков. Так, где там? У нас какой-то квадратная какая-то херота есть. Я не знаю, что это такое и зачем это. Так, здесь чего? 9 left, 11... А, это для сейфа какого-то. То ли для зеленого, то ли для какого-то там синий или красный в конце. Так, читать это что? 9 влево, 11 вправо, я так понимаю. 9 влево, 11 вправо. И дальше что? А дальше здесь вот половина записки. 9 влево, 11 вправо. 9 влево, 11 вправо. 9 влево, 11 вправо. 9 влево. 11 вправо и 5 влево. 9 влево, 9, 11, 5. 9, 11, 5. 9 влево, 11 вправо, 5 влево. 9, 11, 5. Так, блядь, только попробуй скримернуть меня опять. 9, 11, 5. 9, 11, 5. Так, давай запоминай со мной вместе. 9, 11, 5. 9 влево, 11 вправо, 5. Блять, опять перекрыли. Влево. 9, 11, 5. 9, 11, 5. Я говорю 9, 11. Блять, эти часы тоже прикольно выглядят на самом деле. 9, 11, 5. Так, это либо от вот этого, либо от этого. Давай попробуем вот сначала от тебя. Так. 9 влево. Раз, два, три. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, раз,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И 5 в обратку. 1, 2, 3, 4, 5. Получилось! Получилось! Так, это что это у нас? А, это мелкие часики, что ли? Так, ты чё? Джон, сын мой, я уже старый человек, и жизнь прошла для нас всех. Я очень горжусь, когда вижу то, кем ты стал. Я очень счастлив, что ты мне подарил... Подожди. Джон, сын мой... Я очень горжусь, когда вижу, что ты подарил, подарила двух прекрасных внуков, Лука и Шанель. Угу. Я пишу это письмо, чтобы вы могли однажды понять все, что сейчас творится у меня в голове, и опровергнуть миф о том, что я просто безумный старикан. Бог действительно существует, и так существует и сатана. И также существует и сатана. Всю свою жизнь я сильно старался не веровать, но время наглядно показало мне, насколько сильно я ошибался. А твоя мать совсем не была больна. Я не мог предотвратить ее трагическую кончину. Насколько бы странно это не звучало, Блю Низ реален. Ни один специалист не мог установить причину ее состояния. Не говоря уже о том, чтобы подобрать для нее лечение, чтобы помочь ей сражаться с болезнью. Как же сильно я хочу вернуться назад во времени и сказать ей: «Я верю тебе». Ну что ж, так, дальше. Я пытался наладить с ней контакт более 15 лет. Я лишь хотел поговорить с ней в последний раз. Скоро мы снова встретимся, и я буду молить ее о прощении. Это одиночество напоминает мне день за днем о том, как тяжело это... Как тяжело это жить без моего ценного и любимого в мире человека. Хотя бы я могу видеть ее лицо в каждой комнате этого большого дома. А книги? Я пытался сжечь ее, разорвать, закопать, но нет смысла даже пытаться. Каким-то образом она все равно возвращается. В любом случае, теперь я пытаюсь держать ее у себя, под замками и ключами. Я не позволю истории повториться. Спасибо тебе за то, что ты являешься тем сыном, о котором я всегда мечтал. Люблю, твой отец Альберт Максвелл. Вот так вот, батя... Дедуля, точнее, любящий был. Так, а это правильное время, получается, здесь вот нам показано. Типа, если тебе нужна комбинация, ты знаешь, где ее найти. В сейфе, получается. Это, получается, на часах должно быть 10 часов показано часовой стрелкой. Понятно. Красные. Красные, я так понимаю, это не то. Так, и что нам делать? У нас теперь что? Часы есть, осмотреть. Что-нибудь есть здесь? Нет, здесь ничего нету. Так, ладно. Часы у нас, циферблат точнее, есть. Что у нас тут получается? 9:30, это не то. 9:30, это не то. Так, бляха, муха, только дни скримери. 9:30, это не то. Нам нужно какие-то другие часы. Так, подожди. А, это вот эта хрень крутится. Я думал, часы идут так. Тик-т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 ик. Но нифига. Это не часы. Так, блин, мыша. Мыша, ты опять, что ли? Мыша, походу, пугается вместе со мной. Боится скримеров и просто-напросто в эту игру отказывается играть. Я не знаю, почему. Я проверял, батарейка нормальная там. Вот. Почему она отваливается именно с этой игрой. Здесь еще, кстати, закрытая дверь. Так, о, телек, кстати, выключился. Так, у нас, нам надо найти, ну, пойдемте сначала в часовню, вот, скажем так, в часовую, здесь вот часы. А, у них у всех 9:30, прикольно. Ну да, они все одно и то же время показывают. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ха.
Хотя нет, вот здесь без 5:12. А здесь 9:30. А здесь вообще 6:10. Так, на этой стене все показывают 6:10. Правильно? А, нет, смотри-ка, здесь вот неправильно показывают. Так, подожди. А я что-то могу с ними делать? Повернуть, приблизить назад. Здесь у меня показывается... Сколько времени-то, ёлопало? Так, это 5, это 6, да. Здесь у меня показывается 9:20. Подожди. Опа. А, вот зачем? Я их могу менять, что ли? Охренеть. Я тебя понял, надо правильные составить часы. Вот здесь, короче, вот неправильные висят, я понял. Опачки. А вот и фоточка. Еще одна, так. Здесь чего? Ну, здесь тоже что-то время не совпадающее. Здесь у нас что? Здесь 9:50 должно быть. Так, ладно. Пошли смотреть. Нам, короче, надо найти 9:50, да? 9:50 и 6:10. 9:50 и 6:10. Погнали. Я их видел много, этих часов. На чердаке... Блять, собака ты, бляха-муха. Уже не страшно настолько. Просто неожиданно. А, во. О, 6:10. Нашел. Отлично. Во, отлично. Так, это мы взяли. А теперь нам нужно ровно 9:50. Просто капец как неожиданно. Так, вот здесь что? Да, блядь, иди ты в жопу, не стра... А, так вот 9:50, кстати. Не, скримаки, конечно, подергивают, но не сказать, что прям уже это, сильно страшные. Вот только начинаешь, когда играть, вот настраиваешься, так сказать, это, скажем так, скример, который тебя вводит в нужное настроение, вот, он, первый жесткий бывает. А сейчас вроде все нормально. Так, вот, добежал. Ну все. Все же? Или нет? Или надо было сверху обязательно поставить? Да не, вроде не обязательно. Ну-ка, давай сфотаем. Нет, не оно. А, так здесь еще одни есть. Здесь, получается, без 5:12 нам надо. Да, вот оно, собственно, без 5:12. Отлично. Ну все. Че, откроешься? Нет? Ну время-то я везде поставил правильное. Бля, здесь еще одни стоят. А здесь сколько? Без 15:08. Чердак. И получается, после чердака в коридор опять бежать придется. Давай, поднимайся. Раз, два. Раз, два. Так, со скрипом таким поднялись. Так, без 15:08. А, вот он, собственно, без 15:08. Без 15:08, да, все верно. Так, ну все, это уж теперь-то точно последние часы. Последний циферблат, точнее. Часов, но я надеюсь. Я просто задолбался уже бегать по этому дому. Эти часы искать. Да, блять, пройди. Застревает еще что-то. Так, то есть на всех четырех. Правильно же, да? Без 15:08, да?
О! Все сделал правильно. О, что-то началось. Опачки. Началось. Так, это кукушки, это дайте-ка я в угол здесь забьюсь. Все? Ага, остановились. Ох ты. О, открыли дверь. Сохраняшечка сразу прошла. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Че у нас? Еще одни часы. Да сколько можно-то? Похоже, что он так и не закончил этот. Этот, который этот? Че мы часы взяли? А нахрена нам? А, без стрелок они. Так, часы без стрелок, хорошо. А нафига? Кстати, предметов 10 из 10. Так, часы без стрелок и предметов 10 из 10. А, ну, судя по всему, здесь мы все сделали. Давайте поднимемся наверх, посмотрим, что там. Может, что-то изменится? Нет? О! Опять ему плохо стало. Не могу. А что у него рука порезанная такое? Что с ней просто такое? Не как будто бы он в стену так вот бил. Все мое тело немеет. Почему это происходит со мной? Да это еще с дедом и с бабкой твоей происходило. Не только с тобой. Так, что-то нарисовал, ну-ка. Это должно быть комбинация или что-то в этом роде. А, подожди. Раз, два, три. Потом раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, подожди. Это, походу, комбинация от сейфа, что ли? То есть, потому что он сначала в одну, потом в другую сторону. Надо нам сейчас вскрыть этот сейф быстренько, желательно. Опачки, закрыли дверь. Это кто тут двери закрывает перед носом опять? А прикольный, кстати, домик на самом деле. Большой, много комнат, еще кинотеатр свой есть. Так, последний сейф у нас остался. Так, что в нем? А, подожди. Посмотреть-то сначала надо было. Где там рисунки? Так, взаимодействие. Во! Не помню, чтобы я рисовал что-то из этого. Да в смысле не помнишь, все ты помнишь. Так. Схожу с ума. Раз, два, три. Три получается влево. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь. Правильно же? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Три влево, восемь вправо. Раз, два, три, четыре. Четыре, три влево, восемь вправо, четыре влево. Так. Нет, неправильно. Да, блин, не в ту. Три влево, восемь вправо, четыре влево. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Нихуя. Так, назад. Еще раз смотрим. Значит, видимо, не только красный надо считать. А раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. То есть... 5, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. То есть 5, 8, 12, 5, 8, 12, 5, 8, 12. Да, блядь, не в ту сторону. 5, 8, 12. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три. Я в обратную сторону, что ли, сделал? Не знаю, я как-то накрутил, по-моему, неправильно. Так, что-то
Джонни, Джонни. Я и так слишком много несу. Да, блядь, ты... А можно сюда положить что-нибудь? О, а вот это я не заметил. Это что это? Читать. Джозеф Авраам Лейкстор. Я читаю рунические карты Таро и нахожу контакт со ушедшими близкими в мире духов. Наставление, пояснение, направление и результат с помощью Таро и рун. Контакт. Хрена себе, номер телефона огромный какой. Так, назад повернуть. Так, подожди. Да я понял. Повернуть назад. Мыша, ты что, опять что ли? Мыша. Опять мыша. Опять мыша не хочет кнопку нажимать. Ладно. Так, ну вот я и пробежал туда-сюда. Это пробежку я, соответственно, вырежу. Ключик я, наконец-то, вот он, взял. Так что пошли. Выложил, короче, кассеты, молоток ненужный. Надеюсь, по крайней мере, что он мне не нужен. И мы сейчас идем к Джонни. А, что за Джонни? Если честно, я не понял. Может, вот это? Да, вот, Джонни, комната Джонни. Ну что ж, погнали. Джонни, что у тебя тут есть в комнате в твоей? Так, комната Джонни. Что-то какая-то невеселая комната, я вам так скажу. У Джонни. Раньше это была комната отца. А, это отца комната. Что здесь произошло? А что здесь произошло? Ну, что-то как-то... Какие-то закорючки, буковки. Чё? А, чтобы спасти птицу, кролик подпрыгнул в воздух, оставляя всех своих друзей позади. Змея под крысой осталась, пока в глубинах акула сотворила этот план. Чтобы спасти птицу, кролик подпрыгнул в воздух, оставляя всех своих друзей позади. То есть сначала птица, потом кролик, потом все остальные. Змея под крысой, то есть крыса, потом змея, в глубинах акула. Акула самая последняя. То есть птица, кролик, ну и дальше. Значит, что-то тут нужно правильно. Так, не понял. А-а-а, загадка с весами. То есть кролик у нас должен в самом верху быть. Так, ага, понятно. Гирьку взял. А подожди, а сколько у нас гирек? Вот раз, два. Два. Три и четыре. Получается, смотрите, у нас птица должна в самом верху быть. Кролик у нас, соответственно, за ней подпрыгнул. Акула у нас в самом низу, то есть это вот самую тяжелую нужно. На нее, я так понимаю, повешать вот так вот, самую тяжелую. Хрена он вешает. Так, самую тяжелую. После акулы кто у нас там идет? Змея под крысой. То есть змея после акулы должна идти. Змея, змея, ты где? Вот. Змея, получается, где там у нас средний должен быть блок. Подожди. А, вот этот, наверное. Змея под крысой. А у крысы, получается, должен быть самый легкий блок. Вот этот. Че? Нет? А сам вверху вот кролик должен быть. Или может здесь еще что-то легче есть? Хрен его знает. Но, судя по всему, что-то сюда повешать надо. А, подожди, может, это вот это? Точно! Так, подожди. Ну, эти получи... А, нет, смотри-ка. Не совсем понятно, подожди. Ну, вроде правильно. По-моему, все-таки вот... Давайте еще раз прочитаем. Чтобы спасти птицу, кролик подпрыгнул в воздух, оставляя всех своих друзей позади. То есть кролик у нас за птицей прыгал. Он самый первый идет, то есть он выше всех. Змея под крысой. Значит, после кролика идет крыса, потом змея. Пока в глубинах акула сотворила этот план. То есть акула в самом низу должна быть. Ну, я все правильно сделал. А, подожди, может, сфотать надо? Нет?
А как свод? Так, подожди. Или может вот так вот? Бля! Во! Так, ну-ка, что там? А что за звуки-то? Так, опять красная. Опять красная. Убери ее. Мыша. Так, красная. Все. И что у нас? Книга. Это и есть та книга, Blue... о которой все говорят. Nice. А, взаимодействовать. Что здесь? Ха, нихрена себе монстрик. А, давным-давно жило существо, чье имя было неизвестно. Замечательно. А, оно всегда жило в одиночку. И его часто видели... И его часто видело само по себе. Чё? Оно всегда жило в одиночку, и его часто... в смысле, видели самим по себе, блин, непонятно. А одной морозной холодной ночью ему стало так тоскливо, что оно погрузилось в спячку на 2 дня. Тоскливо. А, хрена себе. В третий день оно проснулось в черноте с такой серьезной болезнью, что 2 его глаза исчезли в темноте. Охренеть. Вот это книжечка. Существо слезло с кровати и поползло, ища глаза, которые оно было уверено закатились. Видимо, под кровать. Оно скользило и переворачивалось, из-за чего колени покрылись ранами и стали синими. Так как его глаза выскочили и вывалились, они оба рассыпались, как пыль. В смысле, глаза рассыпались, как пыль. Хорошо. Оно и по сей день не имеет ни малейшего понятия, но это не повод прекращать поиски. В смысле, не имеет ни малейшего понятия, где глаза его, и поэтому оно ищет, продолжает поиски. Хорошо. Глаза. Так, понятно. А теперь остерегайся этого мимолетного взгляда и убедись, что свет включен, так как на кону ваше собственное зрение, если вы не сможете убежать. Блять, бегать, вы серьезно, я не хочу. Сука. Он боится света, используйте что-нибудь поярче для защиты. Фотать надо его, я понял. Я понял, надо его фотать. Так, ну, собственно, давайте смотреть. Опаньки. А хорошая, кстати, комната, смотри-ка, у Джонни-то. Джонни, это у тебя чуть... Так, здесь закрыто. Опа. Комната изменилась. Да изменилась. Это что? Привет, мое имя Джонни. Ха, Джонни нарисовал, молодец. Джонни, молодец, нарисовал мое имя Джонни. Еще и написал разными цветами, смотри-ка. Так, дыра. Что здесь? Использовать. Не, нахер мне это использовать. Так, ну-ка давай зафотаем ее. Опачки. Дверь открылась. Так, я понял. Так, ладно. Раз нас приглашают, пошли. Так. Джонни, ты не охренел ли? Я же... О, статуя вернулась. А куда телевизор делся? Блять, Джонни. Существо, точнее. А что-то, кстати, все изменилось, кубики какие-то. Причем конкретно все изменилось. Этот дом больше похож на лабиринт. Это точно. Я уверен, что это то, на что ссылалась бабушка в своем дневнике. Граммофон. А. Что это произошло? Подожди. О! Это что за... Это что за хрень? Так, а что это такое? Подожди. Я не понял, это глаз или что это за...
Вот что это такое? Что это за херня? Блять. В смысле? Что они, блять? А что, от него бегать, что ли, надо? Охренеть. От него, оказывается, бегать надо. Короче, он ходит, и надо от него убегать, видимо, какое-то время. Так, ладно, подожди. Или это рандомно происходит? Ладно, там мы были. Здесь что? О, здесь еще граммофон есть. Ладно, давайте этот слушать. Блюни сзади. Так долго один, где ему место? Блюни сзади, он найдет то, что ищет. Че? Еще какая-то хрень. Так, ладно, валим отсюда. Блять! Да какого хрена он меня каждый раз ловит? О, граммофон. Ну-ка, крутим эту теперь. А там, кстати, вот в этом граммофоне нету хреновины какой-то, шарик или что это такое? О, так. О, глаз! Это... Глаз! Человеческий глаз? Так, валим нахер. О, еще один граммофон. Это мы что, на чердаке, что ли? Прикольно. Вниз сзади он найдет то, что ищет. Так долго один ему место. Чем здесь? Да, блять, она задолбала одну и ту же песню. Походу, это тоже я вырежу лишние моменты. Только места, где я найду их, оставлю. Да, блять, не дал дослушать, а. Не, реально, он не страшный на самом деле. О, вот здесь нас не было еще. Слушаем. Еще один очередной граммофончик. О, есть второй глаз. Бежим обратно. Второй глаз есть. Я, по-моему, вот здесь пробежал. Да, по-моему, здесь. Ай, бежит, бежит, бежит. Ну ладно, догнал, догнал, молодец. Поймал, поймал, блин. Поймал. Зато быстро переместились. Вот два глаза у нас есть. Я так подозреваю, эти глаза ему нужно каким-то образом отдать. Ну потому что вариантов других нету. Давай, очнись, ёптить. Так, очнулся. Может, сюда что-то? О, точно. И второй. Так значит, бабушка вовсе не была больна. Оно ее убило. Да ты чё? Чё, правда, что ли? О! Так. О. И что делать? Блять! Да ты зараза, отстань! Че, убил что ли опять? Или нет? Точно убил, зараза. Так, а сейчас мы... А, в этой же комнате, только уже не в такой радужной. А в которой были. Ага, сохраняшечка прошла. Так, и чё в итоге? Ой, нам совсем плохо, я смотрю. Не
это... Опять эта бабка что-то... Давай, Лука, ползем. О, бабуля. Лука, это, по-моему, бабуля все-таки ходит. Она может помочь, пытается. Кстати, она ведет. Она в прошлый раз в лабиринте нас вела и сейчас ведет. Такая только, Лука, типа, иди сюда. Ну, точно бабуля идет. Она, наоборот, пытается Луку, видимо, спасти, я так подозреваю. Кстати, лестница собралась наверх, уже не поднимешься. Так, все. А, нас действительно ведут, показывают, куда идти надо. Вот это да. Типа, сюда уже все, я понял. Мы, походу, на концовку идем. Так, сюда нельзя. Давай, давай, Лука, хромай быстрей. Сейчас сзади еще дверь закроют. Закрыли? Закрыли. Да слышу я тебя, Лука. Иду я. У нас Лука уже на последнем издыхании ползет. Так, и здесь, получается, нам дверку закрыли. Все, мы только идем, получается, уже на концовочку. Получается, к этим статуям. Вариантов ноль. Вариантов уже все. А мы цифры до конца-то не знаем, кстати говоря. Ну, пришел я дальше еще. Она где-то там ходит еще, я слышу ее. Подожди, а здесь у нас сколько цифр? 4. Так, подожди, какие у нас... Так, взаимодействовать. Это то, что я нафотал, да. Вот. А здесь 0. 0. 4. Пять. 0, 4, 5. А где еще-то одна? 6. 6. 5, 4, 0, 6. Правильно я понял? 6. Ну-ка. Ну-ка, Лука. 6, 5. Да, блин, давай. 4. 0. Ну ладно, давай открывать. Чё, погнали. А, так. 6. 5 4. И здесь 0. Открыли. И кто здесь долбился? О, опять управление. А, нет, подожди. Да ебаная мыша. Да слышу я тебя, Лука, Лука. Подожди. У меня тут мыша, а не Лука. Ага. Это чё? А, прах! Это прах бабули, видимо. Ну да, это прах. Хорошо, и чё сделать надо? О! А, ему опять плохо стало. Блять, вы не предлагайте мне только повешаться еще здесь. Опачки. Покатилось. Прах покатился. Типа возьми его, да? А, что-то нарисовал. Ну-ка. Че это? Повешенный сын. Повешенный сын? В смысле повешенный сын? Вы мне что, повесите? Чего? А, сюда... Фу, о, камеру положить надо. В смысле, зафотаться, что ли? Да я не хочу, ну его нахрен. Да ладно. Я не хочу это. Ну, бляха-муха, видимо, у нас выбора нету.
Ну погнали, что, выбора, видать, нет у него. Завершить ритуал только. Давай, Лука. Вариантов у нас нету. А тут пиздец какой-то происходит. А, действительно. А это, походу, концовка уже. Бля. Да ну, блядь. Я-то думал, бабка нас спасет. О! А это вот эта вот херобора пришла, которая без глаз. Или бабуля. Кто ты? Да ладно, и все, что ли? Или он еще живой? А, типа развернулся, чтобы зафотаться. Или нет? О! Точно зафотался. Охренеть. Ну как бы я не на такую концовку на самом деле рассчитывал. Живой! Живой! Живой все-таки! Живой! Бабуля спасла все-таки! Живой! Завершил все-таки этот ритуал. Ты, бля. Да, вот такая игрушечка, ребятушки. А, что вам сказать? Очень прикольная. Во-первых, механика с фотокамерой, со вспышкой очень интересная. Мне понравилось именно с полароидом. А, скримеров очень много. Очень много скримеров. А, под конец вот я вот уже от этого существа, не знаю какого там оно, бегал, получается. И меня особо он не пугал. На самом деле, вот. А, первые разы, когда вот именно вот такой вот неожиданности эффект присутствует, там тогда да, дергаешься, а тут как-то так. История, получается, она три поколения история шла. То есть началась она с деда, который купил книгу. Он притащил ее в дом, эту книгу. А, бабуля потом, ей стало плохо, она зрение потеряла, и потом, видимо, совсем уже с ума сходить стала. Потом, получается, если я правильно понял, маманя нашего главного героя убила и отца, и мать свою. Вот, вот этих дедулей с бабулей, если я правильно понял. А уже сын нашего, сын, точнее, нашего мужичка, который плакал в начале игры за стенкой, за дверью. Вот мы в роли этого сына, этого Луки играем. Ему подарил, получается, фотик его отец. Получается, как-то так. То есть это как-то сюжет вообще прям пипец зарулен такой. Мне понравилось на самом деле. Механики несложные, загадки, ну, местами проседают в плане сложности и адекватности. Но, в принципе, мы со всеми справились. Мы с тобой полностью их решили, все загадочки. Так что игра мне понравилась. Я бы поставил игре из 5 баллов твердую четверку, это точно. До пятерки не дотягивает, но четверочка вот прям в самый раз.
В общем, как-то так, ребятушки. Подписываемся на канал, ставим лайки, комментируем это видео, не забываем про колокольчик, про стримы. И до новых встреч в следующих видюшечках, других играх. В общем, приходите. Всем пока.